Добрый день, на связи планета Эфта. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vitz 2016 года в белом цвете. Бензиновый двигатель объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил. АКПП передний привод. Хорошая зимняя резина. Пробег 98 тысяч километров. Установлены ветровики. Имеется повторитель в зеркалах. Пройдемся по салону. Красивый темный ухоженный салон. Ткань. Не прокуренный. Антиюз, кондиционер мультимедиа, мультируль, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 113, 122, 107, 119, 102, 109. 114, 121, 109, 104, 108.